Всем привет! Всем привет! А мы едем посмотреть рядом с нами, выставили в аренду очень интересный домик в аренду. Прям где мы жили, прям рядом с Даниной школой. Очень интересный вариант. Мы для ребят едем посмотреть. Ох, там дом какой. Да, я помнишь, про тебя его, да. Я про него несколько раз говорила, что он бы такой купить. Да. Под перестройку. Что они хотят. Вообще полностью разобран нужно будет. Ну, не разу имеется, это старый-старый. Так, в общем, мы уже подъезжаем, да, если у нас сейчас получится снять, мы для вас снимем. Вот тут подъезжаешь, вот сюда вход во двор, гараж, и там вход. Ну все, мы подходим к дому, вот это входная группа, мы здесь зайдем, там на входе риэлтор стоит, мы пока выключим камеру. Это гараж и парковочка такая. Райончик наш, райончик супер. Даже здесь вот мы сейчас стоим и слышим, как дети в школе шумят. Да, шум детей. Там Даня, один из них, наверное. Самый громкий. Ладно, пойдем в дом. Так, вот это двор. Совершенно он, конечно, неухоженный. А как с обратной стороны начинаем снимать? Да. Ну, мы вышли, потому что людей много. Людей много, да. И мы сейчас попробуем снять, постараемся. Есть апельсиновое дерево и лимоны в большом количестве. Что, в общем-то, тоже неплохо. А вот это, по-моему, школа Данина уже начинается. Сейчас я посмотрю. А, нет, это ручей, вот этот ограничение. То, что... Здесь, наверное, живность бегает. Так, в общем, это веранда. Патио, веранда, да. Ну, в общем-то, неплохо. Низко, вот Саша сразу закритиковал. Да, вот это гараж. С этой стороны есть выход на улицу, калитка. Ага, давай посмотрим. Здесь так-то неплохо, да, потому что когда лето, все-таки да. Пекло, будет здоров. Сейчас на улице этот сколько дом, надо снять? Получается, между тем местом, где мы сейчас живем, и где мы арендовали дом. Да, вообще все тот же наш район, вообще отсюда да, можно в школу пешком бегать. Обе школы, причем и Кирилл, и Даня, да. Здесь сейчас... 100 метров. Что-то не поняла, что 20 градусов показывает. Сейчас на улице дубак. Что-то я не поняла, минус показывает. Он сломанный. Угу. А, он сломан, видишь, у него... Господи, не могла сообразить. Так, мне нравятся очень такие с квадратиками окна. И здесь вот, смотрите, это с кухня. Мы с другой стороны начали дом снимать, ну ладно. Кухня и вот это вот dining area, да, столовая такая. Да, отсюда из кухни вход в гараж. Угу. Гараж. Давай посмотрим гараж. Гараж. Стиральная машина, ну так. Ничего. Стиралка, сушилка, да, и выход на улицу. Для инструментов, а там да. Вот, выход, как бы, ну, там точнее выход да. Во двор, а там уже на улицу. Угу. Тут машина наша стоит. Да, просторный гараж, да. Хороший, да. Нормальный гараж. Гараж. Две машины. В принципе, входит, все, да. Получается, как вы приезжаете, сюда влево это дверь, вход в дом. Ага. Здесь гараж. Давай покажем. Да. Вот так вот. Но мы не пойдем с той стороны, давай обратно вернемся. Мы все будем делать сегодня с обратной стороны. Да. Ну, потому что так удобнее, да. Там вот. Ну, кухня, ну, старая кухня, да. Светлая кухня. Старенькая все. Запах здесь такой, знаете, есть. Старенький. Старенький запах, да. Ну, не знаю, можно ли его отмыть будет или нет. А вот смотри, какой окна на кухне. О, в Европу. Слушай, а здесь вы... холод вообще нереальный, да, просто холод все собачий. Да. Сейчас по ночам холодно. Всегда здесь в домах вот этот диспозер есть, как он включается, только я не знаю. Где-то должна быть кнопка. Где, интересно, кнопка я для него? Вот а, наверное, да. Угу. Микроволновка есть, плита электрическая, плита опять электрическая, же. Да. У нас в том доме газовая была. Ну, кухня здесь просторная тоже. Правильно. Да. Посудомойка тоже старая, но KitchenAid, смотрите-ка. Да. Здесь все хорошо. Кухня, вот он стол. Вот эта зона отделена. Угу. Пойдем сюда, покажем. Угу. Вот здесь этот стол, да. Здесь входная угу. Группа. Вот ага. Покажи, да. Ага. Ты когда заходишь, в эту сторону, это комната. Да, вот видите, отдельная вот она такая. Угу. Это гостиная. Получается, гостиная отделена угу. От... кухонного стола. Угу. Никак не и вообще можно изолировать и здесь а жить там отдельно. Дети, да, да. Свои good place. Yes.
Да, и смотрите, здесь у окна есть вот это вот место, ниша. Потому что я так понимаю, что здесь даже, видите, как я себя для хранения уж не буду открывать. Ниша, где можно подушки какие-то разложить, прям уютный уголок сделать. Это тоже классно. Многие так делают, сидит зона такая обалденная. Вот кондиционер. Здесь кондиционер. Кондиционер. И как в нашем доме, да? Кондиционер. Стена. Дальше мы заходим в коридор. Мне нравится, опять же, вот можно я скажу, отдельно, вот моя всегда, вот сейчас у нас что плохо. То есть вот у тебя идет отдельно зона такая вот гуляльная, и отдельно у тебя идут комнаты спальни. Вот это вот бесценно очень. Ну, как бы маленькое такое все, ну, как бы неплохо, да? Спальня за глаза. Стол поставили, все отлично, спальня. Ты взял и все карты раскрыл для Дани, спальня. Вот еще одна спальня. Это чуть побольше. Тоже небольшая, но вполне достойна для одного человека, для одного ребенка. Да, да. Вход на крышу. Там можно сделать второй этаж, чердак. Всем привет, да. Эти шкафчики не знаю. Только они что-то не очень хорошо работают. Ну, это обязательно в Америке, если нет вот такого встроенного шкафа, это не то считается это комната не считается спальней. Она в учет не будет идти. То есть это не комната, как бы, которая... Это может кабинет быть, что угодно. Когда будут писать трехбедромный дом, это значит, есть три комнаты с гардеробом. Да, если нет, то у тебя будет четыре комнаты, а ты об этом знать не будешь, по сути. Но они пишут в комментарии, подобавляют. Очень мне нравятся такие окна квадратиками. Здесь их, правда, мыть... Две раковины. Как бы не потонуть в такой ванной. Да. Ну, мне кажется, неплохо. Мне кажется, более-менее все отмыть, убрать, планировка неплохая. Все-таки свой дом. Хочется отдельно стоящий дом. Да. Все-таки да. Шкафчики, видишь, удобно, хорошо. Здесь много мест для хранения. Все это тоже можно застилать. Сейчас много всяких, даже в Dollar Tree продаются. Что у нас тут с водой, кстати? Краны такие, так себе. Ну, напор, ржавая вода пошла. Ну, потому что давно, наверное, не пользовались. Он давно стоит, этот дом. Да. В принципе, все. Но вот это вот, чем хороша ванна. То, что здесь две раковины для двух детей. У вас есть две спальни детские, у каждого своя раковина. Каждый себе ее оборудует своими там зубными щетками и всем. Да. Вот здесь две. Потому что из спальни, если мы пойдем сейчас в спальню, мы увидим, то, что здесь есть в мастер-бедрум своя ванна. Вторая. Точнее, здесь душевая, наверное, будет. Еще тут не было. Слушай, мне кажется, здесь комната еще меньше, чем первая жилья. Да, меньше, да. Здесь есть вот такая душевая. Ну, тоже неплохо. Да, отдельная. Это прям выход из ванны. Часто в мастер-бедрум такие встроенные шкафчики. Угу. Кто-то рассказывал, говорит, живут, думали, зеркало, пока там где-то у нас видео не увидели, что открывается. Да, здесь большой гардероб. Ну, относительно большой. Ну, больше, чем в тех двух спальнях, я имел в виду. Отсюда вид на веранду. Вот эту веранду можно классно обустроить. Поставить диванчики, стулья, мангал. Все-все-все обустроить. Положить навесик какой-нибудь. Смотри, чтобы от дождика, от всего. Видишь, балка гнила. Ну да, старенькая. Все вижу вот в одном месте. Подгнила. Ну можно все это можно обустроить. Что мне нравится, это гараж на две машины. Свой драйвей. И место расположения, конечно. У этого дома самое главное, это место расположения. Ну вот мы вам показали этот домик. Цена на данный момент на него 3 700. 50, по-моему. 3 750 в месяц. Это очень недорого для трехкомнатного дома, отдельно стоящего в этой эре. Это очень дорогая эре. Здесь суперские школы. Вообще нам очень нравится. Да, и людей здесь очень много. Сейчас была вот толпа, буквально только что поток рассосался, да? Потому что очень много людей приходили смотреть. Потому что цена... Качество, место. Ну, качество, конечно, дом такой. С ремонтом он был бы намного дороже. Всем привет! А у нас в очередной раз кулинарный, как это правильно сказать, кулинарный поединок, да? Да.
Эксперимент. Эксперимент. Вы помните, мы ездили в здание ловить сазана или карпа? Это, наверное, все-таки карпа. У меня почему-то ощущение, что это видео не вышло. Не вышло, как мы ловили карпа? Мне кажется, нет. Ну, значит, мы сейчас сюда добавим. Добавим, надо добавить просто, да, что поймать. У меня почему-то ощущение, что не вышло. Да, у нас был прикол. Одна рыбка клюнула такая, килограмм на 12. Большой такой крючок полностью разогнула. А вот этот был на 3,5 килограмма. Ну, если вышло уже, то простите. Карпик, да. В общем, мы сюда сейчас добавим. Готовим карпа. Его почистили. Голову отрезали. Внутри у нас идет масло сливочное, вот довольно-таки большими такими кусками. Уже пахнет вкусно. Да, сам противень помазали оливковым маслом. Добавили различной зелени, укропа, вот, приправы, перец, соль. И плюс еще перец вот такой с лимоном. Вот это мы часто к рыбке ее добавляем, да. Да, я думаю, должно быть довольно-таки вкусно. Угу. В общем, приятного нам аппетита. Хорошего просмотра. Да, промаринуется, и потом ты ее запечешь в духовке. Да? Да. Вот так вот. Красотень. Большой такой, здоровый. Ну, он был на 30 с небольшим. Ну все, в итоге мы вот так вот все это дело завернули в фольгу и убираем в духовку. Всем привет! Мы сейчас едем на рыбалку в новое место. Куда-то нас Саша везет. Куда ты, Саша, нас везешь? Городок Модесто. Получается 1:15 от нашего дома. Мы переехали уже все хребты. Здесь уже степь, пустыня. Смотрите, как здесь все это дело засажено. Все сельское хозяйство. Сколько не едем. Деревья, деревья, деревья. Мы с большого уже сейчас, с большого шоссе съехали. И едем уже по маленькой дороге. Вот покажи, вот оно озеро впереди нас. Вот мы туда едем. Нам чуть-чуть осталось. 6 минут. И мы будем на месте. 5 минут. 5 минут. Смотрите, какая пыль впереди. Видимо, ветер, что ли. Это что-то делают. Не, пыль. А может быть, там пропалывают грядки. Да, это где-то трактора работают какие-то где-то. Да, все, вот прошло. Это просто облако пыли было. Саша говорит, что здесь жарче гораздо уже. Теплее. У нас уже там, мы сейчас уезжали, где-то было в районе, наверное, 22, а здесь должно быть где-то в районе 28. Что-то я зависла, и мы не снимали. Вообще, что мы уже приехали к речке. Мы, мальчики, уже рыбку поймали. Рыбаки наши. А, отпустили, нам не показали. Саша, а что вы мне не показали? А? Ну вот. Мы приехали к такой речке. Тепло, хорошо, комары. Кувшинки очень красивые, фиолетовые. Здесь прям нет, а мы где-то там шли, там прям фиолетовые, красивые, красивые. Они чуть не потеряли удочку. Чуть не утопили удочку. Да, представляете, просто удочка сейчас, я не успела, естественно, включить, но она прям улетела, Саша ее в последний момент смог взять на краю берега. То есть должно быть, по идее, что-то хорошее. Оборвал. Кстати, досада, оторвал. Слушай, кто-то большой был, да? А как он оборвал, откусил, думаешь, силой? Просто не подсекли, видишь? Не подсекли. Ты видел, какая рыба была? Я вообще в шоке. Я видела, как удочка полетела. Это все, что удалось достать вместо рыбы. Но вы не представляете, она просто вжух и туда. Еще бы чуть-чуть бы и не поймали бы, да, удочку, Саш? Крюк на месте? Разогнут полностью. Ничего себе. Там был какой-то гигант килограмм на 10. Ну, он это потащил толстый так. Крючок, это толстый, посмотри. Угу. Поэтому он и сошел. Ты представляешь, какого размера? Я в шоке. Классно. Слушай, ну хорошее место. Ты представляешь, вот такой толстый крючок и вот так разогнуть. Угу. В общем, неудачный момент. Пожелаем мальчикам еще побольше рыбки. А я пошла дальше лениться на стуле. Прошу вас. Я вам вот говорила, что кувшинки, смотрите, какие красивые. Не кувшинки, наверное, это как-то еще называется. Но очень красивые цветы.
Что-то опять поймали. Тащить не могут. Тащить сил не хватает. Там какие-то гиганты на самом деле. Писали по отзывам, почему сюда и приехали, что здесь очень крупная рыба и много. А вытащить вот уже какой раз не получается. Хотя я поближе спустилась. Данюш, ты подожди, главное, ты не упади у меня, ради бога. Тащит. Тащит. Так, с травой. Ага. Ой, какой хвостик вылезает. А там было раза намного больше. Ты только что хотел, чтобы я спиннинг убрал, перекинул. Что-то ее не видно теперь. Данюш, ты пока тоже сам отойди, пожалуйста. Да. Ну и не маленькая, по-моему. Ничего себе, какая красивая. Саша, как же... Дань, иди сюда, пожалуйста. Дань. Слушайте, огромная какая-то. Ничего себе. Говорит, не очень большая. Пять. Мам, по размеру 5. Дань, иди сюда. Надо... Раз вы такие рыбаки, вам надо обзавестись всеми этими делами. Есть? Вот он. Тут ее. О, ничего себе. Саша. А, кстати, та реально еще больше была, потому что та потащила так. Настя, та была больше раз 5. Он бьется. То остановить не могли. Рыба, о! То остановить не могли. Ой, он же окорябался, бедный. Окорябался. Да, фоткайте нас. Слушайте, какая огромная рыба. Давай, подходи, Даня. Я и на видео снимаю, и так вас фотографирую. Что это, Даня? Бас. Надеюсь, какой что красавчик. Не мой предмет. Ну нет. У меня есть тяжелый. Да. Я его могу уронить. Вообще обалдеть. Я еще сравню, мам. Нет. А да. Что нам с ним делать? Саша, что с ним делать? Отпустите его. Да, не иди скорее, отпусти его. Да, не, он маленький, он нам не нужен. Мы уже одну большую взяли, не надо. А это пускай растет, мы потом когда-нибудь за ней и за большую придем. Отпусти. Жарит, чистите, жарит. Не-не-не-не. Я вообще, товарищи, рыбу не перевариваю. Чистить, в смысле, запах рыбы вообще не люблю. Посмотри, что творится с ногами. Фили тебя, да? Ужас, нападу. Вот, оказывается, в Калифорнии тоже комары есть. Мы вообще, мы в шоке. Мы сейчас уже, да, мы, кстати, не сказали это на видео. Мы когда подошли сюда, здесь, видимо, они сидели как-то в кустах, и, видимо, рой поднялся, мы вообще думали, мы не сможем рыбу ловить. И вот сейчас они вылетели. Уплыла? Да. Он просто, может, не сразу уплыл, сначала у него состояние шока, а потом... Уплыл. Он все понял, а да. Почему так у меня он не шевелился? А потому что он в шоке был. Ему вода попала, он сразу... Скажите красиво. Как будто мы... Саш, ты слышишь сверчки? Как будто мы дома, сверчки. Дон вообще, Дон, это Дон. Так, может, сюда поедем? Рядом с речкой будем жить? А здесь же этот город, как он рядом называется? Как мы... Нет, Трейси. У нас учитель из Трейси ездит к нам 2 часа в дороге, каждый день работает у нас в долине. Ой, вы видели? Я не знаю, наверное, видели на камере. Всплески такие, они прям вот, сейчас еще сняла. Не кричи. Рыбы не поймаю. Я прям видела один раз, смотрела вот так вот, наблюдала, и одна вот прям реально огромная рыба, она прям занырнула, в общем, прям вот размер рыбы виден был большой. Ладно, все? Слишком ветрено сегодня, наверное, звук не очень хороший. Угу. Всем мирного неба над головой, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Подпишись, поставь лайк.